Погнали, 13 декабря. Давай, Куросава. Сегодня вечером нужно заплатить Фраю. Да, да, у меня там очень много могу заплатить, короче, Фраю. Вознаграждение за банду. Ух ты, вашу долгожданную награду за уничтожение бада наконец-то перечислили из центрального отделения. Поздравляем. Только не тратьте все сразу, 45 тысяч. У салона 220. 500 баксов и видеомагнитофон, да. 111 755 бабла у меня на 13 декабря. И это причем я далеко не все продал. Даже я, можно сказать, многое не продал. Оставил по штучке там на всякий случай, что называется. Источник сообщил, что в город везут контрабанду сигарет в красном фургоне. Давайте топчика отправим. Пожилой мужчина напал на девушку и укусил ее за лицо после того, как она отказалась с ним знакомиться. Чё так много требуется навыка на какого-то поломного старика? Мистер Нэш, у меня настоящая война с соседями. Неделю назад я привез из Фрибурга ящик петард сыну в подарок. Мы понемногу взрывали их во дворе, пацан писался от счастья. И тут появились Кристерсоны, соседи напротив, и начали скандалить из-за шума. Я их, конечно, далеко нахер послал. Но эти гады тоже где-то раздобыли петарды и стали хлопать прямо у меня под окнами. После такой херни хочу раз и навсегда показать им, что они связались не с тем парнем. У вас ведь есть светошумовые гранаты? Заберу все и с хорошей доплатой. Но... не буду я ему продавать, потому что, скорее всего, может, он мне бабло и заплатит, но пострадают люди, так что пошел нафиг. У меня денег это больше. Бомж пробрался в церковь, связал священника и запер дверь. Так. Алкаши неизвестны. Мужчина утверждает, что возле автомойки пытается припарковаться пьяный водитель. Я 45 лет за рулем, так что водителей выпивок сразу замечаю. Да, наверное, это просто ложный вызов. Очень похоже. Больница. Пожилая женщина устроила скандал, когда ее не захотели пропустить на прием к врачу без очереди и предварительной записи. Давайте кого-нибудь с убеждалкой пошлем. Что много вызовов, у меня даже все копы перевелись. Патрульная машина догнала красный фургон, у водителя опущено окно, он курит, и ему дело, тормози. Так, фургон остановился на обочине, водитель спокойно сидит за рулем и курит. Проверить документы водителя, заглянуть внутрь фургона, обыскать кабину водителя. Заглянуть внутрь фургона. Внутри фургона пусто, на полу лежит запаска. Разрезать запаску большим ножом, отодвинуть запаску в сторону. Допросить водителя. Допросить давайте. Водитель сломался под давлением копа и признался, что спрятал контрабанду сигарет в фургоне под запаской. Сигареты. 557 in progress. Мужчина сидит верхом на девушке, в воротку у него капает кровь, девушка кричит от боли, у нее откушен кончик носа. Преступник хохочет, теперь ты не будешь так высоко задирать нос, посетители бара не вмешиваются, вдруг у него бешенство. Взломать.
Хоп, удалось взломать преступника, девушка будет жить, но ей потребуется помощь пластического хирурга. Сумасшедший. Говнюк старый. Двери церкви заперты, внутри слышны грохот и неразборчивые мужские крики. Взломать, интеллект у кого тут? Колб взломал дверь и тихо зашел в церковь, священник привязан к стулу, рядом стоит пластиковая канистра с топливом, здоровенный бомж, вооруженный железной трубой, громит все, что попадается на глаза. Подкрасться к бомжу, есть скрытность? Да. Коп удалось подкрасться к бомжу и обезвредить его. Преступник тут же раскаялся в содеянном. По словам бомжа, с ним случилось что-то странное. Во мне словно боролись война и мир. Священник отделался легким испугом. Старая церковь пожилой ветеран утверждает, что заминировал церковь как раз, где должна была начаться свадебная церемония. Ну, возможно, это ложный вызов, так, а это народный музей бабули. Экскурсовод заметил на витрине музея новый экспонат гранат времен Второй мировой войны без чеки. То есть это 2557, угроза взрыва. Пожилой ветеран утверждает, что заминировал церковь. Возможно, это оба ложные вызовы. 557, 557. В любом случае, у меня копов сейчас нету с интеллектом на разминирование. У меня вообще-то катаракта, смертельное заболевание. Вы тут с насморком к врачу приперлись, только место занимаете, негодует старушка, глядя на очередь. Взломать старушку. Успокоить старушку, переговоры. Успокоить старушку и объяснить ей, что ли, катаракта совсем не смертельна. Она охотно согласилась приехать в участок для подробной консультации. Так, это что? День возмужания босса на носу, а у меня еще ничего не готово. Вы ведь знаете, что традиционное блюдо для этого праздника готовят из отборных свиных внутренностей, да? Одной убитой свиньи с трудом хватает на пару порций. А спрос на праздник такой, что я зарабатываю на полгода вперед, так что приходится крутиться. Раньше у меня был один умелец, бывший коп, кстати, который утащил с работы шокер. Как-то его прокачал и превратил в настоящую машину убийства. Эта штука мгновенно поджаривала свиньям мозги, но не вредила вкусу их внутренностей. Жаль, что этот мужик спился и умер, от него осталась только куча непонятных чертежей. Среди ваших ребят есть настоящий умник? Если есть настоящий умник, то я бы хотел, чтобы он приехал и взглянул на чертежи. Вдруг у него все-таки получится разобраться. Да и пусть шокер с собой прихватит, чтобы сразу попробовать, что к чему, а за мной не постоит. Так, одной единицы интеллекта будет недостаточно, мне пишут, нужно две единицы интеллекта, и чтобы у него еще и шокер был. Офигеть. Одной единицы интеллекта будет недостаточно, пишут прохождение, так что я вот Клейтона отправлю, как он приедет. Клейтон, отлично, у него интеллект и шокер есть. Так, вот этот вот с ветераном тоже непонятно, там что заминировано, может быть это реально. Может быть и ложный вызов. Так, а что тут еще? Пьяный ли водитель? Тут этого топового надо мне тоже. Алкоголизм. Угроза взрыва, никто не приехал, преступник сбежал, гражданские погибли. Офигеть. Туда сейчас я проверю, это ложно или нет. Рождение нетрезвым хотя бы ложно было, значит, ладно, переигрываю, в общем. Так, я тут тренеру переговоров отправлю, вот маршал, у него переговоры вообще не вкачаны, посмотрим, насколько он его вкачает, на одну единичку, или насколько, интересно. Да, возле гранаты, обмотанной изолентой, стоит школьник. Наконец-то в этом задрипанном музее появилось что-то крутое. Бабулик-экскурсовод тащит школьника за руку. Питер, пойдем, тут сейчас все взорвется. Обезвредить гранату. Коп успешно обезвредил гранату. В музей сегодня заходили только бабулик-экскурсовод и ее внук-школьник. Обыскать бабулю, обыскать школьника. Обыскать школьника.
Поп обыскал школьника и нашел у него в рюкзаке чеку и моток точно такой же изоленты, какой была обмотана граната. Пацан признался, что нашел гранату в лесу за городом и принес в музей, чтобы поднять его посещаемость. Дело в том, что музей находится под угрозой закрытия, а здесь работает бабушка школьника, и он не хотел, чтобы она потеряла работу. Но зато он хотел, чтобы она взорвалась, да? Переговоры есть, так. Только на одну единицу он вкачал переговоры, что так мало-то? 5.15 in progress. Пьяный мужчина угнал асфальтоукладчик, чтобы сделать перед своим трейлером аккуратный маленький дворик. Здесь нужен топовый коп, скорее всего. Так я на Майлз вот с этим копом, он топовый, но под каждого дня. Как свинобойня. Интеллектуала нужно, да? Есть ли у меня там какие-то... Да, у меня полно копов, в которые можно что-то... Дверь в церковь приоткрыта, и видно, что внутри началась свадебная церемония. Я хочу выступить против этого брака. Переговоры, переговоры. Жених с невестой замерли у алтаря, услышав крик копа с улицы. Через мгновение из сугроба вынырнул пожилой мужчина в зимнем камуфляже. Только я могу выступать против этого брака. Я влюблен в Валерию еще с младших классов. Использовать персовый баллончик, приказать сдаться, взломать мужчину. Взломать мужчину, сила. Коп удалось взломать и арестовать преступника. Оказалось, мистер Норрис специально переехал из Фрибурга, чтобы быть поближе к своей возлюбленной Валери Шипер. Но по приезде мужчина узнал, что Валери выходит замуж и решил саботировать церемонию при помощи взрывчатки. Уход в церковь была натянута растяжка. Ей займутся саперы. Вдовец в истерике сообщил, что на кладбище стоит женщина в красной накидке, каким-то образом заставляет ворон каркать и плотоядно нападать на горюющих. Ой. Это ложный вызов. Я надеюсь. О, излечил топчика от алкоголя, наконец-то. Супер. Хоть в чем-то повезло, надеюсь этот день закончить. Пьяный мужчина сидит за рулем заглохшего асфальтоукладчика и беспорядочно щелкает тумблерами. Приказать сдаться. 5.15 complete. Послушайся, как он сдался еще. Так, здесь что? Автомойка. 2 seconds, 2 секунды. Мистер Нэш, тут какая-то слабоумная белка пробралась в щиток и устроила короткое замыкание. Теперь на моей автомойке пропал свет. Я пытался вызвать нашего электрика, но оказалось, что он разругался с женой и ушел пьяным в лес, где его и нашли с серьезным обморожением. Закрыть автомойку даже на пару часов я не могу, так что все работают с фонарями, но из-за темноты тратят слишком много воды и плохо вымывают машины. Уверен, у вас на службе есть парочка смекалистых ребят, которые разбираются в технике. Отправьте их мне в помощь, пусть поколдуют с проводкой и вернут нам свет поскорее. Короче, нужно туда отправить копов, но не слишком умных, иначе они согласятся на предложение, там останутся работать. Блин, офигеть, такие замуты вообще, отправить копов, блин, но не слишком умных. Так, покушение на убийство, вдовец, а это ложный. Отправьте, блин, но не слишком умных, охренеть. Так, вот этот не слишком умный. И вот этот не слишком умный. Блин, есть у меня с одной единицы интеллекта кто-то? Да, вот он. Должна вернуться, должна успеть. 5.15 in progress. Пьяный мужчина угнал эскаватор, чтобы расчистить от снега дорожку к дому своего друга. Покушение на убийство. Я легко разобрался в тех чертежах, которые выдал мистер Уолтерс. Там была простая, но изящная схема. Я прокачал свой шокер и убил дюжину свиней буквально за несколько минут. Мистер Уолтерс очень остался доволен, вот только на службе этим шокером пользоваться нельзя. Теперь это оружие пострашнее пистолета. Кожаные ботинки. 2000.
Покушение на убийство. Вороны просто кружили над свежей, плохо закопанной могилой, а женщину в красной накидке никто, кроме пожилого вдовца, не видел. Так, ладно, давайте, где там? Так, интеллект один, и кто там еще с интеллектом один у меня был? Вот, достаточно, надеюсь. Дать какие-нибудь вещи, что ли, не надо. Ну, пока не буду. 5:30 in progress. Супружеская пара напала на своего соседа, да, пожилого мужчину, когда он сделал им замечание по поводу того, что они слишком громко стонут по ночам. У меня уже два топчика, так что с топчиком будет попроще. Мойка. Нэш, на странную работенку ты нас подписал, конечно, но мы вдвоем кое-как сориентировали, что-то про проводника из школы вспомнили, заводские инструкции прочитали. Мистер Нойроден был так доволен, что предложил нам работу с хорошим окладом, но мы посовещались и отказались. Уже нашли свое призвание. Хотя один из нас чуть было не согласился, но мы не скажем, кто именно. Ха-ха. Ну да, если они были бы слишком интеллектуальны и легко бы с этим справились, видимо, они бы там и остались работать. Экскаватор ездит туда-сюда, сгребает снег на проезжую часть, дверь кабины открыта, за рулем пьяный мужчина, он что-то напевает. Заскочить в кабину. 5:15 complete. Я на ходу заскочить в кабину экскаватора и арестовать преступника. Так, загадки. В это еще недостаточно. Ночная пробежка должна быть уже достаточно. Так. Подкрадывается. Делает подножку. Так, в общем, последовательность. Длинноволосая херня подкрадывается к Илаю. Илай видит эту длинноволосую херню, пытается сбежать. Длинноволосая херня делает ему подножку, этот бьет ему по лицу кастетом. И потом на него мочится. Член банды шпинатные берсерки. Он избил Илая Оливерсона в качестве своего второго испытания для вступления в банду. Работает здесь фасовщиком, но уже не рабочий день, а здесь... По вечерам занимается на стадионе. Ну, сейчас он... Пусть они тоже с ним позанимаются. Варлам Филиппов. Это что, русская у него... Русскую фамилию сделали? И имя, что ли? Ну, имя хотя... Спорно. Да, отправляю. Ой, блин, не успел на алкоголизм. Женщина бьет старика граблями по спине, ее муж прижимает жертву к земле. Женщина кричит: «Я буду стонать так громко, как захочу, слышишь меня, припадочный?» Взломать женщину, подкрасться к женщине. Он подкрался к женщине и обезвредил ее, увидев это, ее муж не сопротивлялся аресту, старику сильно досталось, но жить будет. Наркоманы долбаные. Никто не приехал на оплаченный прием, блин. Ну пофиг, перегревать не буду. Преступник пойман. Варлам Филиппов оказался членом банды под названием «Шпинатные берсерки». Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Принять. Допросить. Ты зачем своего дилера отметил? Ему надоело тебя в долг вмазывать?
А ты, говорят, быстро бегаешь, чем ты занимался. С такими кудрями в тюрьме тебе не понравится. Лучше расскажи мне все, что знаешь. А ты, говорят, быстро бегаешь, чем ты занимался? Да, меня папаша на футбол лудал, когда я еще толком ходить не умел. Жаль, что команда окончательно развалилась. Тренер всегда говорил, что я бы заиграл на приличном уровне. Но сейчас у меня другая команда, и задача у нее поважнее буцания мяча. Ну не знаю, судя по Элай Оливерсу, но ты его голову отбуцал так, будто это был настоящий мяч. Ноги помнят, ага. Что такого важного вы делаете? Избиваете людей до полусмерти? Ты избил Элая Оливерсона за то, что он продавал наркотики? Ты избил за то, что он продавал наркотики? Да, этот ублюдок выбрал не тот город для своих дел. Мы в шпинатных берсерках бьемся за освобождение Шарпа от всякой заразы, и наркотики одна из них. То есть битва только началась, борьба с наркотиками — это работа полиции, не каких-то накачанных полудурков. Шпинатные берсерки — это что за название вообще? Вы мультиков пересмотрели? То есть битва только началась? Да, это было мое второе испытание для вступления в банду, а в финальном я должен был ударить по другой заразе, но ребята справились и без меня. Преступник рассказал вам все, что знал. Code I. Шпинатные берсерки. Плюс 30, плюс 60, нормально так. За уничтожение банды еще накинули. Ложечка. Опять у меня голимые эти полицейские начали попадаться. Не знаю, не хочу я всех подряд нанимать. Шокер я бы взял. О, топчик. Новый. Надеюсь, хватит этих. Все.